Так, Литвин Ярослав виходит. Третий юношеский разряд выпал. И двинется в эстафете четвертое место с командой. Галинка Платон выходит. Второй юношеский. В этом году и третий юношеский, и второй юношеский на партизанской искре. Второй, третий юношеский на кубке Суворовского Олежка. Второй. Николай Львовлад выходит. Занял первое место. Денис Олег выходит. Отлично выступал на соревнованиях. Не пев, Олежка в нижнем спальне. Так, у вас Саши нет. У нас сегодня нет Крушкова, Юченко, Свидницкого Саши. Бастриган Давид выходит. Он выполнил в этом году и второй юношеский подтвердил, и первый выполнил, а еще на энергетике выполнил третий взрослый. Держи. Колок Ярослав. Выполнил второй юношеский на партизанской искре. Так, Кочаян Дмитрий. С новичка поднялся до второго юношеского в этом году. На партизанской линии и не все. Молодец. Рогомощенко Олег выходит. Второй юношеский на чемпионате Украины в Виннице в эстафете. Занял шестое место, по-моему. Это считается на чемпионате. Цветочная церемония. В этом году у нас девчата молодцы. На Голосиевской осени, как сейчас помню, третий взрослый, Арванинова, Марго и Волощук. Второй взрослый. Третий, нет? Нет, говори второй. Второй, это я в памяти. Марго также молодец тоже, с новичка, без разрядницы, снялась до второго взрослого. Так, Балок Влад. Балок Влад выполнил первый взрослый разряд. Получается, готов к соперению. Мохова Кристина. Так же самое, удостоверение, первый взрослый разряд. Захарченко Алексей. Также первый взрослый. Было слышно. Молодец. Поздравляю деток. Очевидно, Лилия в этом году подтвердила кандидата в мастера спорта. Гуснар Максим выходит. Второй взрослый разряд. И Осин Тимофей, второй взрослый, также выполнил. Группе Ч-16. Есть кандидатура? Кондратьевич Максим, который был призером чемпионата Украины в этом году и несколько раз победителем в соревнованиях. Увы, нету. Следующий, М-14 группа. Кучми Стас будет лучшим спортсменом. Выходит к нам сюда. Мохова Кристина, 6-16. Волощук Настя, 6-14. Чемерисов Лики, к сожалению, нету.
По группе М10 у нас разделили место. Средницкий Вадим, Синица, Лёва. Выходим. И лучшими спортсменами в этом году, как спортсмен, который попадает на доску почета, являются Овчаренко Лидия и Балах Влад. Да, ребят, могу сказать, что Лиля у нас уже в течение 5 лет является, висит на доске Пушаны, и все эти года, попадая в сборную и выступая на чемпионатах Украины очень хорошо, не падает, в отличие от некоторых, с доски.